Собрался нахуй! Сейчас надо собраться в натуре. Я сижу тут как поза звезды. Пизды. Ой, пиздец. У меня есть друг Артём. Он лысый дебил. Он мать Коляна лопатой убил. Он ходит на бокс, он опасный, бля. Он может Коляну уебать с нихуя. А Колян такой смешной чувак. У него в голове всегда бардак. Ему можно прописать поджопник. Он ебанутый, как крыжовник. У меня есть друг Слава, и это пиздос. На него в детстве упал насос. Теперь он кладет людей на лопатки и хуярит долбоебом по шапке. У меня есть друг Паша, и это вообще труба. На него в детстве упала кочерга. Сейчас он какой-то, бля, баклажан. А если честно, он просто еблан. Еще есть Кирилл, он с ними не курил, но он тоже немного дебил. На него упал пакет с водой. Он филантроп, миллионер и плейбой. Ну и конечно остался еще я. Меня в общество пускать нельзя. Я такой идиот, что просто пиздец. Меня в детстве уронили в холодец. Ну дальше пойдем про моих подруг. Каждая мне самый крутой друг. Они, бля, крутые все вообще. Такие же крутые, как мясо в борще. У меня есть подруга Амира. Она крутая, как рапира. Она из второй школы ушла. И слава богу, ведь вторая школа шлак. Еще у меня есть подруга Полина. Она прекрасная, как Аргентина. С ней всегда можно поржать. Но в принципе со всеми можно поржать. Еще у меня есть подруга Аня. Она охуенная, как затопленная баня. Я однажды с ней вдвоем гулял. Меня трамвай пополам порвал. А еще я знаю девочку Ксюшу. Она попала ко мне прямо в душу. Ксюша вообще нормальный тип. Она крутая, как американский джип. А еще у меня есть подруга Даша. Она пиздатая, прямо Даша. Иди нахуй, Паша. А еще у меня есть подруга Даша. Она пиздатая, как манная каша. Я с ней на уроках сижу и поэтому почти нихуя не учу. В общем, теперь-то на этом все. Закончилось на этом рассуждение мое. Главное, что все это мои друзья. Ну и жаль, что Коляна убить нельзя.